сам будешь разбираться. Вот, вот так. Прижимаем, делаем конус. Конус делаем. Да. Делаем конус. Потом из этого конуса сверху прижимаем. Сейчас я надо приехать. Теперь его вниз. То есть отпустить вот эту рукой вниз, давим. Вот. Теперь опять конус делаем. Ну, просто парамин, да? Да, парамин длинный идет. А что это такое будет? Ласточка? А? Ласточка будет? Нет, кто что хочет, кому ласточка, кому пиявочка оторвали. Ну ничего. Я сейчас. А я уже слишком доступ скосил, да? А? Нет, ты вытянул. А, вот, Вань, ну сделайте тоненькую эту вещь. Да, это маленький курнул. Он пиявочку сделай тоненькую ему. Я заклинать буду, как будто змея вылазит. Змею сделаем. Чтобы не ломать, что же все-таки надо делать, чтобы не ломалось? Нет, просто вы приезжали вот в этих местах. Там сильно нельзя сжимать. Там меру. Ты знаешь, кто такой Джо Харлаунер? Вот. Он говорил, всегда надо делать все в меру. А, дошло, доехало. Чувство юмора. А глина-то это, вот такая глина, это резинка. Не нажимай. Ну, я за Москву. Вот так вот, я покажу. Там карьер. Сама режешь, за Москву. Так большим пальцем нажимаю. А, то есть между тем и этим. Там карьер, да? Да, там карьер уже люди, сотни лет. Да, чтобы это. Так, шириной какой? Такой? Да вот такой, как сейчас. Ладно, ну как это, да? Ну как это, как хозяин, хотел, чтобы это был солидный. Чуть-чуть заглушил. Вот так вот так не ставишь. Как вы забиваете? Просто
Потом на сдачке вырвется. И напоминаю, что у нас также актерские тренинги проходят и эротический массаж. До... Если можно, у вас такой высокий вазон на ножке. Если широкий вазон, то так и можно. Опять так же, как и делали. Так же, как и делали. То же самое, только прошли. Пошли, а потом потоньше будет. Прошли. Иван, а ваш отец говорил, что такой гончарный круг? Тысяч 20 стоит, да? 25. А вот он говорил, что импортные какие-то не такие, а это что? Это обычный какой-то, о, российский? Здесь они, да? Обороты одни и те же идут. А но на... он как-то называется вот именно этот или как-то... Так. Не, он тоже гончарный круг, просто на импортном там обороты... Ну, ноги, ногой надо регулировать, да? Да, там педаль стоит, и этой педали надо регулировать. Пока будешь регулировать, ага. Да я знаю, я пробовал, фигня полная, вот. Короче, за регулировкой. А здесь обороты идут постоянно, здесь силы хоть сколько, при, дави прям как кожа, он также будет крутиться. И очень сложно остановить. А также он будет крутиться и все. А импортный нажал, на всю надо педаль выжимать, чтобы нажать сильно. Сильно нажал, он остановился, он мощи не хватает. А как теперь ножку поднять? Это я сейчас сам скорее всего буду. Больше.
Снимаете? Нет, мы снимаем для фестиваля. Мы вам можем вам прислать ссылки на ваши записи. Запишу электронную адрес вашу. Можете сами сейчас сделать сети. Убирайте, что мешает. Нет, любой может. Можно. Всем можно. Здесь у нас сейчас мастер-класс 100 рублей. Он на 30 изделий с собой забирает. Да, изделия обязательно получится. Ну и что, и куда, и как? Ну они здесь стоят маленькие, вышли, потом их раз это, лаком покроется, раз красится. Если Нет, есть печка... Давайте 100 рублей, оставайте. Можете так, да. Стоит, пока ждет очередь. Вот, не знаю, здесь как-то. 200 рублей. 200. И свести себе? Мы? Да, пой. Свести, а пой. Ну, давай, мы очередь заняли, пошли, возьмем 100 рублей. Семь прижимать? Угу. Нет, не отдадим. Я пойду проверить. Вратарь был на месте, удар был отражен. Игра продолжается, несмотря ни на что. Так, мяч куда-то послали на бетонные плиты. Лер. За Ромашку покричите. Смотри, там сейчас Ромашка, птичка вылетит. Все, птичка выскочила. Сейчас фигурку сниму. Ракушка сейчас будет бить. Все, выскочила. Удар. Еще один. Ладно, все. Так, Ромашка, давай.